План Трампа будемо аналізувати з депутатом округу Рок від штату Вісконсин, ведучий ютуб-каналу Рашкін Репорт. Юрій Рашкін долучається до нашого ефіру. Мої вітання. Добрий день вам, пане Юрію. Добрий день, вітаю вас. Спасибо за приглашення. Слава Україні. Героям слава, дякуємо, що відгукнулися. Давайте відштовхуватися від останніх новин. Ну тому що два ключові радника Трампа представили ось план врегулювання ситуації в Україні, і полягає він в тому, що Трамп буде лобіювати перемовини між Києвом та Москвою. І якщо, до прикладу, Київ буде не погоджуватися, то нам даватимуть менше зброї. Якщо Москва не погоджуватиме, то нам даватимуть більше зброї. Ну, насправді, переговори, невідомо, скільки цей процес може тривати. Це процес не одного дня. Як це вписується в те, що говорив Трамп раніше, завершити війну в Україні за 24 години? Вот, да, он как сказал, что ему не понадобится 24 часа, ему не понадобится, если он прекратит помощь Украине, и это то, чем сейчас занимается Трамп во всей своей избирательной кампании, по всей нашей стране. Он разъезжает и пытается сказать, что это произойдет, то другое произойдет еще до выборов. Что мы бросим Украину, перестанем еще помогать и усадим за стол переговоров еще до выборов. То есть о чем это говорит? С одной стороны, он в каком-то смысле прав. Если он его избирает президентом, то тогда политика будет меняться очень быстро. И даже до выборов, возможно, у нас будет еще желание сказать, ну, знаете, если следующий президент будет Трамп, зачем ему противостоять? Явно он против Украины. Давайте уже заранее прекратим помощь. Это понятно. Но на самом деле он проиграет. И он сейчас пытается нагнать страх. Это очень важно понять, потому что я не хочу заниматься здесь публичным успокоением, говоря людям, что все будет хорошо, что Америка будет в любом случае помогать, потому что Америка – это Америка. Нет, я говорю, что нужно успокоиться, потому что есть реальность, которую нужно признать, которую нужно понять и с которой нужно работать. Трамп хочет устроить, сделать из Украины второй Афганистан. Потому что он бросил Афганистан, он слил Афганистан. После этого Байден еще выбил несколько месяцев, и мы видели, как США выходили из Афганистана. Трамп хочет сделать из Украины второй такой вот побег, когда страна будет разваливаться. Первая часть для этого, ему нужно то, что говорит, называет Энтони Блинкен, фальшивый мир. Соответственно, нужно заставить Украину саму желательно сесть за стол переговоров, согласиться от страха, согласиться на то, что предлагает Путин и таким образом Трамп, и купить себе какое-то время без помощи, без, ну, какая-то надежда, потому что не всю страну еще забрали и отдали Путину. А там Путин, посмотрим, что он будет делать, зная, что Трамп не будет помогать. Поэтому, почему сейчас Трамп об этом говорит? Потому что у него дебаты сейчас будут с президентом Байденом, и ему нужно что-то там будет сказать по поводу Украины. Не просто у меня есть очередной секретный план, а что у тебя за реальный план? И так было понятно. Все про это говорили. Что он сказал, не цента Украине, что нужно отдать Крым и Донбасс и прекратить помощь, и тогда Путин согласится, ну, на какое-то время остановиться. Это просто объявлялось уже, все мы это знали. Поэтому сейчас он пытается запугать всех. Он пытается запугать республиканцев, сказать, я приду, я вас накажу, все возвращайтесь срочно. Мы видим, как Ники Хейли, которая была против Трампа, республиканка, вернулась и сказала, о, я проголосую за Трампа. То есть своих он запугал. Теперь американцев он хочет запугать, сказав, о, нелегальные иммигранты, это Джо Байден открыл границу, у нас все набежали, срочно нужно остановить. Так схоже, что Трамп залякує абсолютно всех, кроме Москвы. Ну да, но он любит только Москву, он на деньгах Москвы живет много лет. Поэтому сказать, что он будет игнорировать деньги Москвы, желания Москвы, но это нереально. Он не только не бывший агент, он работающий служащий. Поэтому он, конечно, будет выполнять инструкции, конечно, он сдаст Украину, что он и пытается уже давно сделать. Но ему бы очень помогло, если бы Украина сама сдалась. Если бы Украина пане сама Юрію, села а як же его переговор? Заяви, які лунали напередодні про те, якби він був президентом, то Росія навіть би і не наважилася напасти на Україну, почати повномасштабне вторгнення. І війна почалася не при ньому. Це ж його слова. Ну, это непонимание истории, потому что, насколько я понимаю, в Украине война идет с аннексией, попытки аннексии Крыма. Поэтому говорить, что не было войны, это непонимание истории, уж украинцы должны это точно понимать.
Ну, він апелює до того, що саме адміністрація Байдена, перепрошую, не Байдена, а Обами тоді дала слабину. Ну, Обама начал, да, потом должна была быть Хиллари. Хиллари не пришла, пришел вместо этого Трамп, при котором было 4 года войны, и он не помогал, ничего не делал, тормозил помощь, тормозил санкции, тормозил вот оружие. Все, что мог, делал, это будет делать он опять. Тут не нужно быть каким-то предсказателем будущего, чтобы посмотреть. Это, понимаете, все так просто у нас. У нас Байден 4 года и Трамп 4 года. И тот, и другой очень понятно. Поэтому говорить, что будет что-то по-другому, у человека, которому сейчас одному под 80, другому за 80, они как были, такими они и будут. Поэтому надеяться на то, что Трамп каким-то образом поможет Украине, да, он безумный, да, он хаотичный, но он за Кремль. Поэтому это хаос в сторону Кремля. Тут ще один варіант вам хочу підкинути для роздумів, який стосується, до прикладу, корейського сценарію. Чи можливий він в Україні, чи буде його протягувати Трамп? І, до прикладу, чи можливий такий варіант? Трамп наполягає а-ля на заморожуванні тієї ситуації, яка зараз є в Україні, але тим часом приймає, лобіює прийняття України до НАТО, ну і розміщує тут свої американські озброєння, американські бази, ну навіть ядерні ракети, які будуть націлені на Москву. Такий варіант можливий, ну тому що різні західні медіа, вони писали про те, що кулуарно такий сценарій теж може розгортатися. Поймите, корейський сценарій не работает ні для України, ні для Кореї. Потому что Украину не устраивает, насколько я понимаю, отдать массу территорий, провести границу и сидеть за таким вот ждать, что надеяться, что ничто не произойдет. Вот, может быть, все будет еще тихо. Смотрите, уже 70 лет сидим. Ух ты, может быть, еще посидим. Вот так хочет жить Украина? Я не думаю. Насколько я понимаю из моих общений с украинцами, это не то, что хотят украинцы. А сейчас, после поездки Путина в Корею, когда в Северную Корею, когда Южная Корея говорит, что мы теперь будем поставлять оружие, снимаем эмбарго, и все, мы включаемся в этот конфликт, потому что Северная Корея включилась, говорит не о том, что корейский вариант даже для Кореи не работает. Поэтому говорить о том, что это какое-то решение, которое предложит Трамп, а Трамп не будет помогать. Поэтому это значит, если приходит к власти Трамп, с точки зрения Украины, это почти что как мир без США. Вот представьте себе, вот нету США. А что дальше? Ну, есть Европа, там какие-то приличные люди, и все. И там, я не знаю, потому что индийский премьер-министр уже собирается, Моди собирается в Москву, намылился. Поэтому нужны США и нужен именно Байден. Но не волнуйтесь, мы разберемся в Соединенных Штатах. Трамп пройдет на проигрыш, он сядет, его место за решеткой, и все будет Украина. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення і погляд зсередини, за те, що знайшли для нас сьогодні час. Юрій Рашкін, депутат округу Рок, штат Вісконсин, ведучий ютуб-каналу «Рашкін Репорт», був із нами на зв'язку.